сейчас вижу, волну, да. Все, пока.
Это не для содержания. Не стресси, я правда говорю, все. Хорошо. Ага, понял, понял. Иди, приди, отстройся. Хорошо. Отстройся. Да. Отстройся, чтобы у тебя было. Вот, видишь, еще одна. Видишь, тебе смотри, оп. Ага, теперь меня видишь. А зачем лишний? Вот она тебе пожалуйста. Вот она, пожалуйста. Видишь, да, ты думаешь, да, что да. Их тоже. Не надо думать. Видишь, вокруг сюда моя здесь это. А удар будет с подушки сюда. Тебе нужно понять, что это оттуда будет удар. Здесь ты взялась, приходит это опирание назад. О, если ты ее потерял, все. Вот ты держишь и освобождаешься здесь. Вот она тебя все стекает. Там. С нее будет. Видишь? Нет, видишь, ты заломал. Поставь ее не в пятку. Не надо прикать вот здесь. Ощутили ее оттуда. Вот. Со спины. Видишь, со спины она идет. Со спины. Ага. А если нужно чуть поддать, то зверь отдал вверх. Зверь это вот он надуваешь, вот здесь проявляется. И обе спины. Подъем вот. Видишь, подъем откуда идет. Отсюда? Да. Оттуда что? Со спины поддать. Со спины приходит сам удар. Удар. Да. А силу, которую ты передаешь, она вот она идет. Но я сейчас не ощущаю, не могу разделить. Спина не влияет на движение. Спина просто вот ты пришел, вот ты положил, спина вот она пришла. Да. Вот. Вот у тебя с нее тяжесть все задала. Вот. Видишь? Понял? Да. Не сдувай. А здесь ты придавил, вот. Со спины вот она. Внешнего. Ага. Здесь, а здесь, допустим, подъем делаешь внутри. Стоп, стоп, не здесь. Подъем вот он. Видишь, сюда выпускаешь. Оп, вот он подъем. Я взял рукой. Не тут. Он от этого передает. Вот пузырь у тебя расширение идет. Отпускай его. Когда расширение отпускаешь. Ты отпускаешь, как сдуваешь. Отпускаешь, вот у тебя расширение пошло. Вот он, видишь? Да. Внутри держал. Так. Внутри пошел пузырь раздуваться. Видишь, вот он расширение. Сюда только не доходите. Да. Теперь вот это меняем.
Вот расширяйся, вот позвоночник увеличивается. Поэтому получается, что оттуда со спины с подушки ты положил, придавил тяжесть. Mm-hmm. Вот. Так. Решил, что тебе нужно это расширение пошло. Вот оно, хорошее. Решил чуть переправить. Вот оно. Видишь? Опять спиной держишь. Вот оно. Видишь, подъем оно дает. А если нужна спина, то это оттуда со спины тяжесть добавил. Вот оно. Вот. А все это уже оттуда выходит. Понял? Здесь. Значит, подвернул сюда, видишь, тебя куда идет? Вот он, видишь, подъем пошел. Ты их разделяешь. Один, если он пошел сюда, боже, река течет. Да, вот да, она, да, река да. течет. Ну, я, наполнением получается, да? Да, а ты, когда это сам, ты посылаешь получается вниз, а у тебя же вот подъем-то пошел, вот он поднимает. Поэтому есть на нем, там ты выходит, вот ты подъем, видишь, делаешь. Вот он поднимает тебя. Вот он, видишь? Угу. Вот он поднимает. И спина ни при чем, ты ее отпустил. Ты перешел, вот меняешь. Стоп. Спина тяжелая подушка, она накрывается. Угу. Опять подъем решил, вот она поднимает. Видишь, решил этот спина, вот она подушка давится. Угу. И она у тебя с этой идет. Со стопами. И со стопа следующий момент, когда она поднимается, вот там ближе колено, вот он усилит, дается. Здесь она. И он соединяется с этим, и тогда образует вариант. А другое, что когда здесь энергетику даешь, вот у тебя живот начинаешь работать, вот она, третья пошла. И когда она подошла передача, тогда ты можешь передавать это уже более сильно, у тебя вот на эти напоры ты ощущаешь тогда. А сбрасываешь при этом, смотри, она идет любое движение на подушку. Мозги где у тебя находятся? Вот, по круговому ощутимо, вся комната, вся комната. Видишь? Задний ощутил? Ну, вот, подушку ощутил, что я не попадаю туда. А теперь ее расширю до полного за меня. Вот она, видишь, пошла. Поэтому получается, здесь на тебя попадаю, вроде бы, а подушку только сам туда. Почему-то у тебя есть поворот это самый. Ты можешь чуть-чуть, да, здесь, не сбрасываться. Она идет тебя, где у тебя подушка будет? Внимание, просто возьми ее куда. Туда она пойдет. Или сюда, видишь, она будет тебя сама пропускать. Ты все время поддерживаешь. Не нужно. Да, она идет. Вот она. Видишь, у тебя опять дошло. Ты опять механику ищешь. Вниманием туда уйди. Вниманием уйди туда назад. Вниманием. Так. За спину уйди. Так. Во. Видишь, вот она пошла. Что здесь осталось только? Подъем чуть-чуть дал. Подъем. Вот здесь дал. Вот сюда. Вот он. Ты сбросил, заблокировал запястьем. Вот сюда его передай. Передать подъем. Ты на любую часть выбираешь ладонь, куда его передаешь. Видишь, пальцы пропали. Да. Где у тебя река-то? Что у тебя? Напор-то ее нету? Вот ее. И здесь регулируешь тогда. Левый. В горизонт будешь бить. В горизонт. Куда у нас горизонт? Где горизонт? Там горизонт. Ну так туда и передается туда горизонт. Ага. Видишь, вот она. Ага. В горизонт. Решил это самое потянуть на себя чуть-чуть, вот ты зарядил ее, вот она, видишь? А теперь в горизонт посылай. Не здесь посылаешь в горизонт. Вот она. Ага. Видишь? Между нами, между получается. Так. Пальцы опять сдул, у тебя пальцы туда. Не надо их напрягать, туда, в пальцы. У тебя течет как река через эти. Куда она течет? В океан впадает. Где океан? Теперь плавной океан чуть-чуть. А с чем он сочетается? С твоим внутренним как раз возмущением. Твоя земная кора и внутренняя возмущается. Познавай. Тяжесть пошла. Что у тебя тяжесть? Вся внешняя тяжесть сюда. Раз. Вся подушка пошла. Вот она. Видишь? Естественно, если ты в этот момент выбираешь ту подушку, где она находится. Вот. Видишь? Чуть, если выпускаешь, поддал. Вот она будет. Вот это движение. Стоп, плечо ушло. Да. Плечо ушло. Плечо ушло. Верни. Вот она будет. У тебя же внешне держит. Тяжесть лежит. Да. Плечо опору переводи. Вот. Видишь? Освобождай эту тему. Чуть. Не раз. Подъем бери на себя. Движение. Ты подпираешь, а не нужно подпирать, я же сказал. Подъем. Не нужно подпирать. У тебя подушка, она действующая. Да.
А зачем ты подпираешься? Еще больше. Вот, бери, бери, давай ей движение-то. Стоп, провалил, видишь? Почему? Потому что потерял, опять у тебя включился. Ага. Этот самый вариант. А что думать? Видишь? Опять он у тебя включился. Во, переправляет. Вот. Угу, ты угу. На любом моменте можешь это переправить. Может поменять, пожалуйста. Не только же ведь это внизу станет, но вверху. Вот она. Снова меняешь. Вниз. Дорожь, откуда будет? Оттуда или снизу? Вот уводишь. Ты все пытаешься это мышцами почухать. Мышцами не почухаешь, мышц нет. Пока мысли ощущения. Вот она. Отсюда. Ты когда двигаешься здесь, вот эту мы разблокируем тему. Эту тему разблокируем. Она не должна участвовать. Ты все время пытаешься ее это слепить. Форма должна на этом выстраиваться. Теперь вот она, на нужное должна быть. Ты все время пытаешься до этого. Да. Особенно правой рукой, да, не чувствую. Вот он. Она, что ты? Ты довел? Куда ты довел? Видишь, насколько мышца тебе мешает эту точность сделать. Зачем это? Прям тонкое, мелкое, тонкое. Тонкое движение, точно, где? Здесь. Река, надо будет поддастся, река. Вот, река поддается. И внутренняя, и внешняя. Нужно зацепить, закрепить это. Закреплять чем? Движением земли. А где она, где спина, с чем взаимодействует? Вот ты запускаешь. А сам вариант, это куда эта подушка дернется? Вот, она же у тебя по всей. Куда хочешь, туда направляешь. Потом второй потерял. Второй выровни, вторую кисть. А, да. Вот она создает твою тему. Тогда начинаем мы ее нарабатывать. Видишь? Стоп, вот здесь. Держи. Да. Вот ее перемещаешь. Почему ловко поднимаешь? Она же идет. Она же по земле по подушке идет. Поднимаем высоко на этот уровень. Что если опускается? Зачем вот это распрямление? Вот она. Вот она вся. Вот она вся, если с этого, вот она оттянула. Зачем? Не сопротивляйся. Оттянул, следуй ей, телу позволяй, следуй за этим делом. Вот, стоп. Спокойно, здесь поменял. Оп, не напрягай ее, поменял. Да. Она сама идет. Так. Вот она. То есть не блокируй всем своим внешним движением. Как только включился, видишь, я тебя могу это дергать. Отдавай его. Просто отдавай. Не хватает. Вот так круче. Вот оно. И что это опять такое? Заведи. Когда нужно будет, формируется здесь. Ну, просто в ладони куда ее дальше посылаешь. Какая часть будет? Вот руки, это, это. Все у тебя самое. Потом ты сможешь менять. Допустим, на этой стороне я ее могу держать. Выйди на эту. Вот. Зачем так выходить? Вниманием на нее выйти. Вниманием. А ты на внешний опять вышел. Куда ты пошел? Здесь. Достраивай ее. Так. Вот. Я тебе даю это ощущение. Не достроил. То есть наблюдай за этим самым. Если я бросаю, куда она идет сюда? Нет, надо достроиться, аккуратно дойти. Нет, не смешно, я понимаю, но мне как не весело. Стопа. Вот, качаюсь. Вот это движение. Видишь, вот это движение будет. Опять встал, успокоился, сделал шаг назад. Подошел с ним. Вот, ловил, подушка работает. Опять сделал шаг назад. Подошел. Вот, а теперь освободи движение спокойно вот здесь вот. Повращайся, поверну. Вот, ну видишь. Вот. А это всего лишь перемещение дистанции. Вот здесь произошло это самое, включается, значит, что расширение не теряется, вот, говорится. А зачем поджал ты себя? Ты же в этот момент идет, что внутренний подъем, там подъем идет внутренний.
Поэтому есть что-то его. Почему он самый сильный блок? Потому что он на подъеме идет. Его сместить очень тяжело. Потому что... Он на подъеме, вот у тебя. Он всегда, он на подъеме, видишь, вот он. Как я в него могу войти, если он на подъеме, ты фактически в него положу, ты держишь, ты можешь переправить куда угодно. Понятно? Да. Вон он на подъеме. Если надо, довернул с него. Вот он на рамку вызывает. Надо, пожалуйста, довернул сюда. Вот она работает. Опять мышцы включил. Выпусти их, выпусти. Вот. Бросай. Бросай, что получилось напряжение, сброси. Вот. Следующий бросай. Здесь освобождай. Нет, свою внутреннюю не сбрасывай. Пусть она, вот он, видишь, хоп, чтобы сюда тоже продолжало течь. Вот этот момент ощути. Видишь, вот он. О, куда опять? Сейчас. Куда опять-то? Все здесь. Все куда опять? Нет. Давай вот здесь вот. Спокойнее. Вот она, блин. Чистая подушка, вот она. Видишь, теперь пузырь начинает разрастаться, вот. Ага, хорошо. Снова сюда бросаем. Бросаем. Видишь, сдутие пошло. Да, вижу. Надо сдутие. Все, вот, вниз. Вниз, выпускай дальше. Все время в продолжении. Была, река не течет назад. Ага, она вперед течет, да. Океан, так. На нити затянуть. Да. Вот. Ага. Здесь ты держишь опору. Здесь же, ну пусть она идет дальше. Давай. Не блокируй ее ход. Ага. Дай ей вот это, лови движение так. Всем телом получается. В стопах вот я это все. Видишь, да. В ногах. Да-да-да. Вот она. Потом ты деформировываешь стойку четко. Раз на этом. Куда ты будешь направлять? Сюда. Сюда. Давай вот здесь вот. Поворачивай, вторую руку выставляй. Вот он, видишь? Выставляй. Ага. Спокойно, ноги, вот. Ощущение. Этот. Движение здесь спокойно, свободно. Переходи в той рукой в атаку. Видишь, у него поступательное такое движение идет. Не заваливающееся. Снова переходи. Вот он. Ага. Снова. Вот. Не надо добавлять. Отпускай. Вот расширение идет. Ноги теряешь. Ты напряжение сразу. Или ты хочешь продавливать. Вот, спокойнее с нее. Отпускайся. Ты не веришь своей стойке. Вот оно идет, расширение. Не веришь своей подушке объему. Здесь заблокировался. Здесь заблокировался. Выпуска нету. Отпускайся. Вот. Отпускайся. Хорошо, сюда переходишь. Возьми вот это движение. Ага. О, видишь? Ты качаешь подушку. Вот она. Вот. Этот. Опять физика пошла. Да. Тебе нужно ощутить вот это движение. Поясницу блокируешь. Ага. Давай, поясницу. Освободи поясницу. Вот он. Ага. Мягче здесь. У тебя здесь и так все, что куда хочешь набрать. Так, вот, да. Спускай сюда, здесь нету. Здесь все идет с этого, с пространства. С тебя ничего не идет. Я понимаю, я чисто, но... Вот, возьми ее чуть шире, выведи, по большему объему ее выведи. Вот, видишь, за меня веди. Ага, снова здесь. За меня веди, внимание. Смотри за моей рукой, внимание. Своей рукой второй контролируй это внимание, веди. Снова. Вот. Нет. Опять физика. Да. Чуть-чуть. Решил с подъема вытащить. Вот он пошел. Видишь, другая траектория пошла. Меня выпускай. Вторую выставляй. Выпускай.
это ты снова пошел снизу, а здесь тебя вот на движение поднял, выпускай туда, снова поднял, выпускай, не здесь, вот он. Ты грудь расширяй, выпускай. Вот он пошел, видишь? Ага. Так. Вот он пошел выпуск. Чуть-чуть ниже опусти, здесь давай выпуск. Вот здесь, вот пошел. Почему у тебя движение выпускается хорошо, все остальное? Бум-бум. Что потерял одновременно? Контроль подушки. Подушка что тебе позволяет? Насколько здесь не было бы силы, давай, пусть до конца ее сбрасывай все. Сбрасывай до конца руку. Вот она, видишь, подушка отсутствует. Вернись на подушку на свою. Не здесь, там, спину найди. Вот, видишь? Да. Понял? Да. Понял, как бы я ни давил? Да, спина. Да, теперь она проходит сюда, здесь тоже появление подушки. Да не, ты опять пытаешься физикой сработать. Вот, успокой. Внутренний, да, вот она будет расширять. Почему? Потому что внутренний, подъем. Подъем пошел, подъем, поднимай кисть, вот просто. Ты внешне опять напрягаешь. Ты когда что-то ощущаешь, хочешь потрогать вот так.